японская Toyota приступила к дорожному испытанию в Германии новой модели Toyota Supra 2018 года. Несмотря на тщательный камуфляж, хорошо заметно, что дизайн Supra весьма далек от стиля спорткара Toyota GT86 и больше напоминает Nissan 350Z Coupe. Хотя не исключено, что дизайнеры Toyota специально закамуфлировали Supra фальшивыми формами под 350Z. Но самое интересное заключается в том, что базой для испытаний Supra японцы выбрали технический центр BMW, и вполне возможно, что новая Supra получит силовые агрегаты от баварцев. Мировая премьера Supra состоится весной будущего года в Женеве, ну а продажа машины поступит осенью 2017 года.